с понедельника по четверг. Когда на душе горечь, хорошо, если есть кому помочь. Слушай, по-моему, тебе надо отвлечься. Я приглашаю. Я тут с одним мальчиком познакомилась. Чего? Он очень хороший. Ну, не бывает хороших мальчиков. Но строгая жизнь вынуждает быстро взрослеть. Раковины, унитазы, чтоб блестели. Поняла? Я устроилась в детскую больницу. И тогда новые знакомства становятся чем-то ярким. Здравствуй, мам. Ты о матери родной забыла. Мам. Потому что мать не ела. Это мам. Ее не интересует. Как же я, оказывается, тебя сильно люблю. Но чувства, как и люди, способны запутать и обмануть. Тут такое дело, даже не знаю, как сказать. Короче, Олег и Димка на тебя поспорили. Держись, да? Евгения Осипова в многосерийном фильме «Плюс любовь» с понедельника по четверг на ТВ Рус.